22 марта скоропостижно скончался почетный гражданин, советник города, руководитель образцового танцевального коллектива «Йылдызлар» города Волконежты Михаил Федорович Савастин. Простились с Савастином в выходные в храме Пресвятой Богородицы. Отметим, что танцевальный коллектив «Йылдызлар» начал свою работу при Доме культуры города Волконежты в 2013 году. С самого начала творческой деятельности ансамбль определил основные направления работы – изучение композиций и постановка народно-сценических танцев на основе народного танцевального и песенного фольклора Волконежского района. Под руководством Михаила Савастина коллектив активно принимал участие в региональных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. За высокий профессиональный уровень подготовки был удостоен звания образцовый.